Вот такие составы Вулвергемптон. Он лидер, несомненный лидер нынешнего состава. Синих удар по воротам. Смотрим, Голо Канте в атаке Челси. Простыльная передача. Удар по воротам. Удар был не сильный. Запасных и сегодня в центре полузащиты. Дирижерская палочка. Еще вторая попытка. Пас назад. И удар по воротам. Мяч застревает в ногах. И чем самое любопытное, что Вулвс в этих матчах показывал очень даже неплохой футбол. Убирает Вилина, делает передачу на Винагре. Тот еще дальше. Жута. 8 туров без поражений. Но это исключение. Исключение уникальное. Еще раз посмотрим. На этом стадионе в 11-м туре Вулвс выдал вообще уникально. Морган Гипсвайт не успел до этого мяча. Завалили. Лофтус Чик идет вперед. Передача на Алонсо. Маркус Алонсо критикует его за уроженец Лондона. Бельгиец Ден Донкер. Кстати говоря, 30 на Лофтуса Чика. Снова Азар. Лофтус Чик разворачивается. Бьет по воротам. Рикошет. Ничего сделать не мог. И скорее всего, да, так целенаправленно подставленная голова. Смотрите. Ну и рует мяч в голову Коуди. Но мы видели, что там был рикошет. Но вот тут такой третий гол в нынешнем чемпионате. Давайте еще раз посмотрим. Да, это гол. Так что третьего, видимо, тяжеловато, больно ему. Азар, подача. И нарушение правил. Так что не может по определению играть вторым номером против Гипсвайт. Отбирает мяч. И Жута врывается в штрафную. Его толкает. В атаке Челси. Азар с мячом. А Маркус Алонсо уже в штрафной площади. Вулвс. Тоттенхэмом. Ну а пока крутил-вертел там Рубен Винагре. Маркус Алонсо. Еще дальше передача. Идет эффектно Марата. Руис Патриси, воспитанник лиссабонского Спортинга. Он был куплен у Спортинга в составе Вулвергемптона, что вполне объяснимо. Подача. Кепа отбивает мяч головой. Но в старте появился только сегодня. Первый раз в этом сезоне в чемпионате. Именно он отдавал пас. Насчитывали футболисты Вулвергемптона. Азар. Азар, по-моему, из Спириту Санту. Итак, Вильян у мяча, штрафной, будет бить в створ. Удар! И Азар с мячом. В центр. Раз. Как я уже сказал, в последнее время команды притормозили в чемпионате. После чего и трижды становилась чемпионом Англии. В 54-м, в 58-м и в 50-м. Стадион 5 раз реконструировался, и сейчас один из самых удобных. Вайл Гипсвайт, ну смотрите, видите, рукой держим, весьма заманчивая для инвестиций, для китайцев, для арабов. Марата с мячом, оставляет мяч на Азара, Азар ускоряется, врывается в штрафную площадь, бьет, попадает. Ну а дальше Моутиньо сильно на 17 мячей в 11 матчах. Это многовато. Но тем временем Винагри. Подача. Удар. Ну там в великолепном состоянии. Так что играть одно удовольствие. Були ошибается. А вот Вильян. Вильян выходит один на один. Удар. Защитники выстроились в одну команду. Да, не лидера. Но с другой стороны, Вулвергемптон. Начните, конечно же, Вулвергемптону хочется уйти на перерыв при равном счете, как высоко и далеко бросает. Отобрал Були. И дальше Вайт Гибс с мячом. Нет нарушений, нет. Фабригаса. Снова Азар. Фабригас срывается в вторую площадь, оставляет мяч Азара. Азар, передача на Вильяна. Премьер-лиги. Играй не хочу. Поле великолепное. Но команда
превратились в команду Ги, но еще и получают с этого. Во-первых, реклама сумасшедшая. Тут повтор гола. Лофтус Чик бьет. И от головы капитана Вулвергентона нового гола. Вильям быстро разыгрывает мяч с партнером. Азар. Вильям. Прострел. Он пришел из Порту. Высоченный парень. 195 сантиметров. Рост. Плавал результативной команды в гостях. Челси в своих 6 гостевых предыдущих матчах. Футболисты Челси. Вик. Ну а здесь уже прозвучит. Минуте мяч влетает в ворота Роя Патрисио. Второй тайм начинается атаками. Хозяев. Трение на нарушение правил. В мяч не попал. И мяч уже у хозяев поля. Они пытаются начать свою атаку. Нет. Роя идет дождь. Правда, не такой сильный. Но, тем не менее, поле сырое. Хотя дренаж. Пас на Марату. Марата разбегается, идет в штрафную. Против него 3 футболиста. И останавливает позицию. Лофтус-Чик назад на Фабригаса. Фабригас по диагонали. Отлично. На свободную зону на Вильяна. Вильян бьет поворот. Кепу мы в игре особенно-то и не видели. Н'Голо Канте бьет поворотом. От ворот. Это Гибс Уайт. Уходит от Фабригаса. И передача на Хименеса. Но все сделал Уайт Гибс. Просто пока под рукой. Но показалось, что между ног. Потому что слишком близко. Хименес сравнивает счет. Это 4-й гол. Мексикепа пропускает. Сильно мексиканец пробил. И Вулвергентона. Я думаю, проблема, но затем за первый прижал. Уроженец сбивал этот мальчишка, 18-летний, но дальше какой удар. Маркус Алонсо, Фабригас, Азар, Чик, Лофтус, Чик. Там предупреждение и покинуть поле. Постоянно сильный сегодня. В гостях у Вулвергентона с Маратой, потом Лофтус-Чик, Эден Азар, Лофтус-Чик, штрафной прострел и... Маутиньо, можно играть, нет, нарушение правил, Маутиньо, передача на Духерти, прострел, удар! Челси. А вот на этом правом фланге, на который тут за линией мяча, поэтому тут никакого офсайда нету, португальцев, вот видите, Джута практически в пустые ворота посылает мяч. Маутиньо отталкивает, но Мосс все видит, считает, что не было нарушения. Духерти, прострел, здесь нет. 2-1! Диого Жута! Фланг, Аспиликуэта, сейчас Челси активизировался, подача, там Оливье Жиру, нарушение, посмотрим. Ну, мяч сыграл Винагри, сейчас будет. Вот сумел переломить ход матча Маркус Алонсо. Его атакует Хименес. И тут же... Парень. Смелый, нахальный, техничный. В аренде. Ну, а потом 1 января 17-го выкупили за 13 миллионов фунтов. Пытаются прессинговать хозяева. Это очень энергозатратный футбол. Подача в штрафную. Угловой. Коуди. Вот так, просто вперед. Здесь Духерти! Элдер Кошта несется по правому флангу. Теперь нужно сделать точную передачу. Пас, но слишком слаб. Ливерпуль сражается с Бёрли. Сейчас удар по воротам. Рюдигер. Все силы брошены вперед. В атаку. Подача, удар. Ведь не дают, все перекрыто. Азар. Около угла штрафной. Азар бьет поворотом. И чуть-чуть. В 2010 году за 23 тысячи фунтов был куплен. У этого ирландского метро будет выполнять корнер. Подача. Руй Патрисио на месте. Наверху. Ну, борьба, я говорю, отчаянная просто. Иногда эта борьба в матче...
против Фулхэма отличился. И назад. Фабригас. Подача. И удар по воротам. 2-1. Вот это матч.